Привет, плехановцы! Меня зовут Юля Войтова, и вы смотрите программу «Стажировки для вас». Наш проект для тех, кто беспокоится о своем будущем и хочет построить успешную карьеру. Смотрите внимательно и ничего не пропустите, ведь, возможно, именно сейчас вы найдете что-то интересное для себя. И первая стажировка будет проходить в компании «Мазар». Мазар – международная независимая интегрированная компания, специализирующаяся на услугах в сфере аудита, бухгалтерского учета, налогов, права и консалтинга. Мазар объединяет более 18 тысяч специалистов в 79 странах мира. Для студентов, желающих начать свою карьеру в сфере управления персоналом, Мазар Зен Раша предоставляет возможность пройти стажировку в HR-департаменте компании. Вы будете участвовать в процессе поиска и подбора персонала, участвовать в проектах по развитию HR-бренда, участвовать в процессе кадрового администрирования, вести внутреннюю информационную систему, участвовать в других проектах HR-департамента. Все, что тебе необходимо, быть студентом со 2 по 4 курс по специальности «Работа с персоналом», знать английский язык на уровне intermediate и выше, продвинуто владеть офисными программами Word, Excel и прочее, желание развиваться в сфере управления персоналом. Уже хочешь попробовать познакомиться с выбранной профессией, попробовать себя в решении новых реальных HR-задач и получить массу впечатлений и полезных практических навыков? Стажировка в компании Mazars – это отличная возможность. Более подробную информацию ты найдешь на сайте. Компания Colors International также предлагает программу стажировок. Colors International – канадская международная организация по оказанию коммерческих услуг в области недвижимости, насчитывающая около 15 тысяч сотрудников в более чем 500 офисах в 68 странах. Фирма предоставляет услуги пользователям коммерческой недвижимости, владельцам, инвесторам и девелоперам, включая консалтинг, корпоративные объекты, инвестиционные услуги, управление проектами и многое другое. Организация обслуживает гостиничный, промышленный, многофункциональный, офисный и другие сектора недвижимости. IT-департамент Colors International приглашает амбициозных студентов на учебную практику. Программа стажировок Colors International для молодых специалистов – это прекрасная возможность получить опыт работы над реальными проектами в тесном сотрудничестве с профессиональными консультантами. Участие в стажировке позволит студентам раскрыть собственный потенциал и почувствовать себя частью команды международных консультантов. Если вас заинтересовала эта программа, вы студент 2 или 4 курсов или уже выпустились, уверенно владеете Microsoft Office, а также коммуникабельны, исполнительны и грамотны, то немедля отправляйте резюме. Все необходимые контакты и более подробная информация находятся на сайте, ссылка указана на экране. Следующая стажировка, которую я хочу вам предложить, будет проходить в компании КСК Групп. Аудиторско-консалтинговая компания КСК Групп – это команда из более чем 350 профессионалов, чья основная задача – помочь в процветании вашего бизнеса. В своей работе компания использует системный подход и оказывает услуги комплексно, выявляя и устраняя слабые места организации клиента. КСК Групп ведет свою историю с 1994 года. Они входят в число лидеров рынка консультационных услуг в области аудита, налогов, права, оценки и управленческого консультирования. КСК – это единственная компания, кроме «Большой четверки», предлагающая самое полное, качественное, настроенное на прагматичный результат заказчика деловое консультирование для частного, нересурсового реального бизнеса. Уникальная возможность пройти оплачиваемую стажировку в качестве стажера-юриста в налоговом департаменте данной компании предоставляется студентам юридического факультета, по итогам которой они смогут получить реальный практический опыт участия в проектах под руководством ведущих экспертов отрасли, а также шанс стать частью команды КСК Групп. Тебя ждет путь постоянного личностного и профессионального роста, здоровая рабочая атмосфера и четкие правила игры, позволяющие двигаться по карьерной лестнице и достигать поставленных целей. Заинтересовало? Тогда подавайте заявку уже сейчас. Узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться на программу можно на сайте. Далее я хочу предложить вам стажировку в компании Volkswagen Group Rus. Volkswagen Group Rus является частью глобального концерна Volkswagen AG. На российском рынке компания представляет 6 марок концерна – Volkswagen легковые автомобили, Audi, Skoda, Volkswagen коммерческие автомобили, Bentley, Lamborghini. Мы являемся одним из лидеров на рынке продаж автомобилей и наращиваем свое присутствие с каждым годом. С 2007 года компания производит автомобили на заводе в Калуге, в 2015 там же открылся завод по производству двигателей. Компания нуждается в стажерах в отдел маркетинга. В
твоих обязанностей будет входить ведение документа оборота, административная поддержка отдела, организация командировок, бронирование билетов, гостиниц, трансфера и прочее, составление командировочных отчетов и многое другое. Все, что тебе необходимо, это быть студентом старших курсов или выпускником по направлению маркетинг. Знать английский язык на разговорном уровне, быть уверенным пользователем Microsoft Office, а также быть целеустремленным. Если все совпадает, тогда скорее переходи по ссылке, знакомься с подробной информацией и хватайся за эту возможность. Компания Ernst & Young также предлагает программу стажировок. Ernst & Young – международная компания по предоставлению профессиональных услуг, аудит, международной и национальной отчетности, консультированию в сфере бухгалтерского учета, налогообложению, ведению бизнеса и многом другом. Компания Ernst & Young приглашает выпускников и студентов последних курсов, желающих развиваться в сфере налогового консультирования, пройти отбор на позицию стажера-специалиста в налоговом департаменте. В твои обязанности будет входить участие в различных проектах по оказанию услуг в области налогообложения, предоставление комплексных консультаций практического характера, информирование клиентов об актуальных изменениях в законодательстве и правоприменительной практике, а также анализ и структурирование информации, подготовка отчетов в программе Excel. От тебя, в свою очередь, требуется быть выпускником 2016-2018 годов, предпочтительно со специализацией в области налогообложения, экономики, бухгалтерского учета, финансов, статистики, математики. Хорошо владеть устным и письменным английским языком, умение работать в Microsoft Excel, навыки программирования приветствуются. Позиция специалиста предполагает полную занятость, хорошие аналитические способности, релевантный опыт работы приветствуется, а также умение эффективно работать в команде. Если у тебя остались какие-то вопросы или ты уже готов браться за эту работу, то в любом случае переходи по ссылке на сайт, где найдешь всю необходимую информацию. На этом у меня все. С вами была Юлия Войтова, и вы смотрели программу «Стажировки для вас». Надеюсь, вы смогли найти что-то интересное для себя. Я желаю вам поскорее найти свое место под солнцем, и чем быстрее, тем лучше. Удачи!